Всем здорово, мужики, это мой новый ролик в моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на CSFail, у меня на бальке 10 бачей. И я в прошлом видосе сказал вам в комментариях написать какие-либо стратегии для лоу-балансов, ибо я хотел записать видос, где я буду подниматься с лоу-баланса по какой-либо стратегии от подписчика. В общем, я поискал в комментариях много всяких стратегий, и мне понравилась одна, причем она какая-то очень универсальная, новая, потому что она связана с игрой в минера. Обычно мне все кидают стратегии по даблу, по колесу, по крашу, а тут с минером. Честно, я первый раз в жизни вижу стратегию по минеру. И я предлагаю ее проверить, звучит она как-то так, у вас она выведется где-то вот здесь на экране, чтобы вы понимали, по какой стратегии я буду играть. В общем, читаю этот комментарий. Я по этой стратегии поднял 100 долларов с 5 баксов. Она как раз подходит для лоу-балансов. А заходишь в минеру, выбираешь одну бомбу, делаешь ставку 10% от баланса и выбираешь 4 клетки слева снизу, так, чтобы получился квадрат в углу. Я как понял, квадрат в углу это вот, вот эти вот 4 клетки. Ну, надеюсь, я правильно понял. Ну, явно не вот эти, потому что это уже не в углу. Вот эти вот 4 клетки это угол. Ну, по идее. Я думаю, он имел в виду про этот квадратик. Если выиграл, заново делаешь ставку. Если проиграл, ставишь весь баланс и заново выбиваешь эти 4 клетки. На самом деле, стратегия звучит интересно. С учетом того, что всего лишь одна бомба, то есть, ну, не так рисково, мы будем всегда лутать КФ-1.15. И как будто, ну реально, в эти 4 клетки очень часто бомба не будет стоять. Ну, короче, ладно, давайте проверять эту стратегию. Я надеюсь, у нас все получится. Вообще, напишите в комментариях, нравится ли вам, когда я проверяю какие-либо стратегии в ролике от подписчиков. Потому что можно покупать какие-то стратегии на всяких форумах разных. Я там видел, я даже один раз покупал стратегию за 100 бачей. Можно просто проверять из комментариев. Мне кажется, и то интересно. И, в принципе, периодически мы будем делать эти видосы. По рекомендациям они вроде вам заходят. Но еще напишите в комментариях, если зашло, то буду почаще снимать такие ролики. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на CSFail, вы можете при пополнении ввести промокод NICKLOOT и получить плюс 30% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. Скиваться карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. У себя в инвентаре скинами получили 1300. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также в описании под видео оставлю промокод на 25 центов. Вводите его нужно вот сюда. Ладно, полетели. Минер, так, 1 доллар. Это и есть 10% от нашего баланса. Одна бомба, 4 шага. Получается начать игру и вот так вот делаем. Ну, вначале мы 15 центов забираем на халяву. Ну, по идее, стратегия реально неплохая. Мы лутаем хороший КФ, просто ставочка маленькая, из-за этого всего лишь по 15 центов поднимаем. Ну, в общем, хороший КФ и не так рисковый. И если мы проигрываем, то, в принципе, если мы заулыним, то мы все отыграем. Короче, ладно, давайте играть и надеяться на чудо. А так, в принципе, поставим себе сегодня цель, это поднять 20 бачей к балансу по этой стратегии. Если у нас получается сделать x2 к балансу и сделать так, чтобы у нас на балике было 20 бачей, то мы засчитываем, что стратегия рабочая. Если не получается, то стратегия дерьмо полное. Но мне почему-то кажется, на самом деле получится, причем без какого-либо гемора. Мне сейчас улынить надо. Ну, давайте. Ну ладно, 10.96. Хоть и не без рисков, но мы выигрываем. Полетели дальше по одному баксу. Но здесь, кстати, мне нравится еще эта стратегия тем, что мне не надо ждать. То есть я вот так сижу, тыкаю, тыкаю, тыкаю. И все, и играю, и записываю ролик. Просто обычно, когда я в дабле или в колесе, или в краше записываю ролики, мне вечно между подходами надо ждать, пока тут какой-нибудь КФ-100Х пройдет. Пока вот здесь в дабле 15 секунд пройдет перед следующей ставкой. Также в колесе вот по 5, там, по 10-15 секунд ждать. Тут я могу играть вообще безостановочно. Это прикольно, мне это нравится. И ролик будет более динамичный, да и мне на самом деле интереснее. Мы опять проигрываем, ну ладно. Но сейчас выиграем. Не, слушайте, а хорошая стратегия, мне она нравится. Но как будто да, два раза подряд в этот угол одна бомба, но она не должна упасть. Но я понимаю логику этой стратегии. Так, мы сейчас будем ставить по 1 доллару 20 центов, потому что вот 10% от баланса это уже доллар 20, а не 1 доллар. И полетели дальше, также. Так, проиграли, опять улын. Но сейчас выиграли, не, ну отлично, отлично, стратегия хорошая, меня устраивает, полетели дальше. Выиграли, уже почти 13 бачей на балике. Уже 13 бачей на балике, мы делаем 1.3 ставочку и продолжаем. Выиграли, отлично. Выиграли, отлично, мы еще сейчас и поднимаем хорошо на самом деле. Отлично, сейчас будет 4... А, нет, сейчас не будет, мы проиграли, надо уже улынить, полетели. Но сейчас мы выигрываем. На балике уже 14 долларов 27 центов. И мы буквально за минут 5 записи видоса сделали уже плюс 40% к балансу. Слушайте. Так, сейчас получается ставим доллар 40 центов, потому что у нас на балике уже 14 бачей. И продолжаем играть по нашей стратегии. Так, выигрываем. Отлично. Так, мы проиграли. Вот сейчас надо заулынить, поставить 13 бачей. Вот это рисково. Но мы выиграем, нормально, на балике уже 15 долларов 4 цента и продолжаем, сейчас ставочка 1.5. Ну, мне кажется, 20 бачей мы сегодня должны поднять. Вот сможем ли мы больше поднять, не знаю, но если мы 20 бачей поднимаем, то все, эта стратегия засчитывается успешной. Просто играть еще дальше я не вижу смысла, потому что это уже я буду сильно затягивать ролик. Если я буду пытаться поднять 50 бачей, у нас видос будет длиной в 20-30 минут, а это, мне кажется, немножко бредовая идея. Ладно, полетели дальше, сейчас самая главная цель наша, это поднять 20 бачей. Так, выигрываем, отлично, дальше тоже выигрываем. Ну, пока все идет четенько.
Так, уже на балике почти 16 бачей. Уже на балике 16 бачей 19 центов. И мы уже увеличиваем ставку до доллара 60 центов. Полетели дальше. Проиграли, вот сейчас надо улынить, а вот это опасно. Но мы выигрываем, отлично. На балике 16 долларов 78 центов. Окей, 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 отлично. Не, ну хорошая стратегия, пока реально. Ну как будто два раза подряд эта единичная бомба, но сюда встать не может. Я понимаю логику этой стратегии. Она правда неплохая. Мне кажется, я даже если буду просто записывать ролики, где не буду проверять стратегии, вот эту тактику буду периодически юзать, чтобы просто поднимать баланс, то есть в обычных моих роликах. Ладно, полетели дальше. У нас цель 20 бачей, пока не буду каркать. Вдруг мы сейчас в последний момент все сольем, такое тоже возможно. Но пока идет все четенько. Опять выиграли. Сейчас уже на балике почти 18 бачей. На балике 18 долларов 6 центов. Мы уже делаем ставку доллар 80 центов и продолжаем играть. Выиграли, отлично, дальше. Отлично, давай дальше. На балике почти 19 бачей. Мы вот так вот еще делаем. Уже на балике 19 бачей. Все, пацаны, нам осталось поднять 1 доллар. И стратегия успешно проходит нашу проверку. И полетели дальше. Так, доллар 19 центов. Вот так вот ставим. Доллар 90. Мы еще одну ставочку выигрываем. Так, вот здесь мы проиграли. Уже надо улынить. Надеюсь, нам сейчас повезет. Да, мы выигрываем. На балике 20 долларов 16 центов. Эта стратегия уверенно прошла проверку. На самом деле, неплохая, хоть и рисковая. То есть, сколько раз я в этом ролике заулынил. Здесь улынить надо реально очень часто. Но при этом как будто, ну да, бомба не может второй раз подряд лежать вот в этих вот четырех клетках. Ну, это нормально. Я предлагаю вот все, что мы подняли сегодня, поставить в колесе по моей стратегии. Ой, в колесе, в комдабле. В колесе. А по моей стратегии 5 долларов на 3x и 5 долларов на 5x. И на этом заканчивать видос. Мы сегодня неплохо слово баланса подняли. Сделали x2 к балансу. Не бешено, но неплохо. Я, в принципе, хочу попытаться этот балик разогнать до 200-300 бачей. Нам бы сейчас вот выиграть ставочку. Мы 3x ловим, и я предлагаю вот на этой прекрасной ноте заканчивать видос. Мы сегодня сделали плюс 15 бачей. Не жесткий результат, всего лишь плюс 1500 рублей. Но, пацаны, мы это сделали с 10 баксов. То есть мы с 10 баксов подняли плюс 15 сверху. Это хороший результат. Еще и стратегия, которую мы проверяли, прошла проверку. А это первая стратегия, которая связана с минером на CSFail. Честно, раньше вообще не видел таких тактик. Обычно все стратегии и тактики, они связаны с вот этими вот тремя режимами. А тут получилось, что нам пришлось проверять минер. Но меня опять же все устраивает, потому что тактика прошла проверку. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят поклать на CSFail, вы можете при пополнении ввести промокод NICLUT и получить плюс 30% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. Скиваса, карты, скинами, крипто, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. У себя в инвентаре скинами получили 1300. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также в описании под видео оставлю промокод на 25 центов. Вводить его нужно вот сюда. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем писать какой-либо комментарий. Это сильно помогает продвижению видоса. Я считаю, за такой ролик 100% можно, потому что стратегия прошла проверку. Плюс 15 бачей подняли. Это плюс 150% к балансу. И вот на этой прекрасной ноте как раз можно заканчивать видос. То с вас по-любому, пацаны, лайк, подписка и комментарий. Все, парни, всем удачи, всех люблю.